Больше 10 лет в нашем муниципалитете реализуется закон Московской области о господдержке детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Им по договору найма предоставляют собственные квартиры. В этом году таких ребят у нас 15. Первым 10, кому уже исполнилось 18 лет, глава округа Андрей Булгаков вручил ключи. С собственного дома начинается взрослая жизнь, поэтому я очень хочу верить в то, что сегодняшнее событие послужит для вас серьезным стартапом. Я верю, что у вас все получится и готов помогать не только с этим знаковым важным событием, а в целом по жизни и советом, и делом, и работой, и быть с вами всегда рядом. Приобретение жилья финансируется за счет субсидии из бюджета Московской области. Задача администрации – подобрать подходящие квартиры. В последние годы в Щелкове они всегда в новостройках. В этот раз в доме 4А микрорайона Финский. Власти стараются внести свой вклад за счет местного бюджета. В частности, в предоставленных ребятам квартирах уже установлены кухня и сантехника. Большинство героев дня учатся в вузах и колледжах, некоторые уже работают. На церемонию пришли люди, которые заменили им родителей, приемные семьи, опекуны, а также сотрудники органов опеки. Лилиана Дубинина, будущий врач, учится во втором меде имени Пирогова. Выросла в приемной семье, мама пришла ее поддержать. Свою квартиру девушка уже видела, строит планы по ее обустройству. Очень красивая, удобная. Что там есть? Там есть кухня, она очень красивая и хорошо оборудованная. После окончания торжественной части будущие новоселы получили уже не символические, а самые настоящие ключи от своих квартир. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.